Меня зовут Сергей Кофман, кинолюбитель. Для начала первый мой совет – это никогда не снимать себя на фронтальную камеру. Вот, скажем, вы выходите из кинотеатра в компании друзей, вот так вот идете куда-то в супермаркет там или еще куда обычно ходит поезд кинотеатра. И какая мысль? Что вы делаете по ходу? Естественно, обсуждайте увиденное. И, как вы, наверное, за час замечали, нередко возникает такой момент, то, что «а я бы сделал так, а я бы сделал так». Какие любишь фильмы у Тарковского? «Сталкер» мне понравился, «Солярис», но я его не помню уже. А тебе не кажется, что в этом фильме надо было что-то поменять? Во всех фильмах надо было что-то поменять. Чего-то не хватало, да? Актера одного не хватало. Какого? Современного. Мой совет никому, никого не слушайте. Делайте все сами. Знатоков много, а хорошего кино мало. Нужно для того, чтобы снять фильм, нужно иметь некую насмотренность. То есть невозможно полюбить кинематограф, не посмотрев энное количество фильмов, это может быть один, а может быть несколько тысяч. И, собственно, снять сам фильм.